Kitty Eyes. Персональные настройки. В информации о местоположении вы можете проверить, какие из приложений можно наделить полномочиями о получении геоданных. Чтобы головное устройство работало в обычном режиме, обычно нет необходимости вносить сюда какие-либо изменения. Здесь вы можете поменять языки разных стран. Нажатием сверху можно войти в меню выбора языка. Далее следует нажать на «Добавление языка», после чего выбрать и установить необходимый язык. После успешного переключения можно увидеть, что русский язык был переключен на английский. Если с устройством возникла неизвестная проблема, вы можете нажать на «Резервное копирование» и «Сброс». Чтобы восстановить заводские настройки, необходимо ввести пароль 168. В настройках Google вы можете ввести данные своей учетной записи. В учетную запись вы также можете добавить собственные связанные учетные записи и настроить их синхронизацию.